Дорогие дагестанцы, по традиции праздник Ураза-Байрам всегда отмечался в республике всенародно, широко и щедро. Люди навещали старших, поздравляли родственников и близких, соседей, помогали нуждающимся. Сегодня из-за опасности заражения коронавирусом через рукопожатие, объятия и близкое общение мы должны оставаться дома, в семейном кругу, оберегая родных и близких от этой болезни. В эти весенние месяцы общественные организации, духовенство, власть, бизнес, простые люди объединились в противостоянии пандемии. Сегодня каждый из нас испытывает признательность врачам за мужественное исполнение долга, терпение и доброе отношение к больным, к волонтерам, к социальным работникам, благотворительным фондам, всем, кто оказывает помощь нуждающимся. Наш президент Владимир Владимирович Путин поручил правительству Российской Федерации оказать помощь Дагестану. Он сказал, что это трудное время Дагестан пройдет вместе с Россией. К нам направлены бригады врачей. Обеспечивается поставка в полном объеме необходимых лекарств для стационарного и амбулаторного лечения. Разворачиваются военно-полевые госпитали в Буйнакске, в Ботлихе. Возводятся высокотехнологичные медицинские центры в Дербенте, Каспийске и Батайюрте. Командированные в Дагестан специалисты МЧС проводят дезинфекцию в городах и селах республики. Это большая поддержка страны. Теперь все зависит от нас. Как мы будем соблюдать меры самоизоляции? Для того, чтобы мы оставались дома, правительством республики 25 и 26 мая объявлены дополнительными выходными днями. Уважаемые дагестанцы, сердечно поздравляю вас с наступлением праздника Ураза-Байрам, завершающим благословенный месяц Рамадан. Желаю каждому крепкого здоровья и всего самого доброго.